I'll be damned if I can't see what your loving does for me. And it seems that I can't find the words to say. It ain't no sin, so won't you come in and we can begin to get to know each other. We don't have to rush. We can take it. Всем привет, добро пожаловать в новый влог. У нас сегодня среда, 1 июня. Каждый раз, когда я беру в руки телефон, я думаю, мне нужно сменить чехол. Помните, я покупала его в официальном Apple Store, и он так быстро испачкался. Больше не буду там заказывать, потому что это бессмысленная трата денег. И вчера еще Юки стянула его с дивана, раньше она туда не доставала, и погрызла мне его. Короче, позорище. Первый календарный день лета. Скажите, как у вас по ощущениям? Я пропустила весну, я жду, когда она наступит. У нас иногда так холодно, что приходится надевать или шерстяное пальто, или куртку. И я что-то как-то совсем не понимаю, что происходит. У нас сегодня празднуют День ребенка, и мы пойдем с семьей поужинать в ресторан, погуляем где-то в парке, потому что до этого у мальчика будет очень много всяких развлечений в школе. Дальше у нас футбольный клуб, который они посещают 3 раза в неделю. И потом нам нужно успеть к парикмахеру, потому что мы активно готовимся к первому причастию Захара. Оно будет 4 числа. Поэтому нужно, чтобы у мальчиков были аккуратные прически, и лишь бы только не слишком коротко, чтобы это потом все не торчало. Мы ребенку ничего не навязываем. Когда у него в школе было предложение начать ходить на урок религии, нас спросили, хотите вы или нет. Думаю, что тут спрашивать у родителей, я обратилась к ребенку. И он говорит, ну почему нет, я пойду попробую, и ему сейчас интересно, и много что рассказывают, много что объясняют, и сам предмет ведет именно священник, католик. Значит, что такое причастие? В жизни католика есть 3 важных события. Это крестины, дальше первое причастие и венчание. Когда детей крестят, то они мало что понимают, это очень ранний возраст, иногда это совсем младенцы, а вот первое причастие это уже такой следующий осознанный шаг в духовную жизнь человека. И на протяжении целого года им объясняли, что к чему, не просто организовывали весь процесс, а именно объясняли. И, к моему удивлению, священник всегда очень хвалит Захара, у него хорошие не оценки, но у нас такая градация, да, там, начиная с поведения, заканчивая какими-то достижениями, сильные, слабые стороны. И вот религия, физкультура — это всегда лучше вообще оценки, назовем это так. Так получилось, что наше первое причастие организовывает школа. Это очень удобно, я должна сказать. Директриса, руководство школы находятся в близком контакте с одним из костелов в Кракове. Это не сотрудничество, но исторически так сложилось, что на протяжении уже многих лет они совместно проводят вот эти первые причастия. И завтра мы, родители, ведем Захара на первую в его жизни исповедь. Там тоже нужна была подготовка. И мне самой тоже интересно было, как это все происходит. Потом в пятницу у нас тренировка, как мы будем заходить в костел, потому что это ребенок ведет, родителей. Я не знаю, будет ли возможность что-то поснимать в том плане, что мне, наверное, пришлось бы просить кого-то из родственников. Не знаю, как получится. Также мы будем праздновать все в ресторане, и там специальная одежда. И вот очень часто можно видеть, как у деток, у девочек и у мальчиков такие или белые платья, или белые туники. То есть во все белое одеваются. И для меня тоже было открытием, что в нашей школе все по-другому. Девочки, я сама посмотрю, во что будут одеты, а вот мальчики будут в костюмах, и все должны быть в одинаковых костюмах, там обсуждается обувь, и бабочки, короче, все должны быть как в одной униформе. Интересно. Но самое главное это то, чтобы он понимал, что он делает, а не просто нарядиться. Но по поводу нарядов. Я вам говорила, что у меня определенные сложности с нарядом, потому что, наверное, у меня не было настроения искать что-то нарядное. Я ходила несколько раз в магазины, я кое-что заказывала. Мне ни черта не нравится. То, что мне запало в душу, к сожалению, так быстро раскупают в Заре, что я не смогла дождаться свой размер. Поэтому сейчас буду что-то придумывать. Я заказала еще несколько нарядов из других магазинов, и давайте сейчас пойдем с вами померяем. И еще меня смущает вот эта непонятная погода, потому что сама служба перед вот этим первым причастием начинается в 10 часов утра, мы собираемся раньше, там все фотки, потому что нужно было заказывать фотографа и флориста. Короче, я вам говорю, что это реально настоящий праздник, и нужно было заказывать декорации в ресторан, там в специальное меню, которое ты выбираешь для гостей. Если у кого-то много знакомых, которых ты хочешь пригласить, или большая семья, то тут реально заказывают рестораны, как на свадьбу, за несколько лет до первого причастия. Нас будет немного, 12 человек. И вот я думаю, мы приедем около 9 часов в Краков. Вы знаете, как холодно у нас в 9 часов? И потом в час обед. И вот что надеть, чтобы не слишком короткое было, не слишком открытое, чтобы не замерзнуть. Короче, ничего не понятно. Пойдем, вам покажу, что я заказала, и, возможно, это и будет мой вариант на праздник. Не везет, так не везет. У меня была идея, что я закажу вот это платье из H&M. Оно было недорогим, потрясный цвет. И как раз в костюм самое то, не слишком короткое. Добавлю вот эти туфли из Zara, которые я показывала в прошлом видео. И что вы думаете, не было XS. А так как это объемная модель, видите, здесь рукав какой-то летучей мыши, или как они там называются, то XS все равно было бы свободным даже на мне. Я подумала, что XS, какая там разница, но по итогу, девочки, сейчас померяю, гляните, нет. Сзади вот такая спинка, чуть больше вырез, и не хочется надевать белое, чтобы не отвлекать внимание от тех, у кого по-настоящему праздник. Я всего лишь мама, которая поддерживает ребенка, но герои этого дня не родители, поэтому хотелось чего-то цветного, но не слишком яркого. Сказала я, и потом посмотрите в конце. В общем, платье мне придется вернуть, потому что оно на меня велико. Очень жаль, конечно. Но если у вас все еще оно доступно, то советую на праздник. Оно продувается. Оставлю вам ссылку внизу. Но почему такая несправедливость? Цвет потрясный. Сережки у меня из Алиэкспресса, и они не тяжелые, хотя смотрятся такими немаленькими, да? У меня на фоне теперь всегда будут какие-то собачьи игрушки, потому что мне нужно чем-то отвлекать щенка, пока я тут пытаюсь что-то снимать. Платье на меня слишком велико, видите, и рукав, и само по себе платье, ну, очень широкое. И я знаю, что некоторые из вас могут написать «добавь пояс», там все дела, но вот еще с рукавом нужно было бы что-то решить. И длина тоже не моя. То есть это не мой фасон. Если бы я была или повыше, или покрупнее, или желательно было бы иметь платье подходящего размера. Туфли Золушки. Мне они уже очень нравятся. Хоть я еще никуда их не выгуливала, но мне кажется, что их звездный час будет не единожды. В платье сзади есть разрез, то есть в нем удобно ходить. И можно было бы вдоволь есть. Не подчеркивает недостатки. Но уж слишком оно велико. А вот так на Кристину, да, у нас еще Кристина в этом месяце тоже пригодилась бы мне, но я пролетаю. Будучи уже буквально в отчаянии, я заказала костюм из Reserved. Это классическая модель, и не хочется, чтобы он слишком сильно меня обтягивал, поэтому взяла в размере S. Вам не кажется, это ядовито-зеленый цвет, это не то, что я планировала, но у меня уже не было выхода. То, что у меня есть или короткое, или с вырезом, или черное, и все не подходит в костюм именно на этот праздник. И мне также писали и говорили знакомые, что женщины часто отдают предпочтение именно костюмом, брючным костюмом на первое причастие. Я взяла себе его в размере S, и брюки, и жакет, и надеюсь, что все сядет хорошо. Я еще его отпарю и думаю, что он будет выглядеть более прилично. Добавлю вот эти туфельки. Конечно же, сережки из Алиэкспресс. Мне кажется, что я на все праздники в них. У меня есть несколько моделей, и они всегда меня выручают. Я не просто вам об этом рассказываю, а вы можете посмотреть влоги с предыдущих лет и сами убедиться в том, что это реально очень красиво выглядит, элегантно, сверкает, и у меня от них не болят уши. Я не знаю, как такое возможно. За копейки. Если отыщу где-то, то заглядывайте в инфобокс. Все будет ждать там. Ну что, держим за меня пальцы, чтобы хоть это мне подошло. У меня, скорее всего, тоже будут собраны волосы на само торжество, потому что у нас повышенная влажность, и как бы я их не укладывала, боюсь, что моя самодельная типа укладка не выдержит напряжения, и не хочется тоже утром слишком много времени на это все тратить. Я думаю, что камера передает цвет костюма более-менее. Здесь у меня еще такой коротенький, типа как мини-корсет из Zara. Но это не столь важно, просто чтобы не было, опять же, вот этого глубочайшего выреза, чтобы ничего не вывалилось. Самый ответственный момент. Брюки сидят хорошо, мне кажется. XS меня сейчас обтянуло бы как колбасу. Я такое не люблю. И по длине я считаю, что все окей. Туфельки сюда тоже хорошо вписываются. Видите, насколько они универсальные. Теперь на каждый праздник можно будет обувать. Я все думала, что же надеть под жакет. И приглянулся этот корсет из Zara. Я не знаю, где он мне еще может пригодиться, потому что без жакета я бы его не носила. Но он неплохо вроде как все держит. А вот если станет жарко, я не смогу снять жакет, потому что вот так щеголять я как бы не готова. А этот наряд я не показала вам в прошлом влоге о покупках. Я вообще собиралась его вернуть, но я думаю, что вы могли видеть его у очень многих блогеров. Я, кстати, ни у кого не слышала такого мнения, поэтому сейчас выскажусь. Это костюм из Zara, он из тоненького материала. И, кстати, мне нравятся такие вещи, которые, знаете, выглядят легкими, не слишком официальными. И даже в повседневной жизни... Юки, нет, ты чё? Нельзя. Юки, нет. Нет, нельзя. Мы это возвращаем. Ну-ну, нет. Простите, что так часто прерываюсь, но она сейчас ко мне привязана и как маленький ребенок, я вам серьезно говорю. Мне она не мешает, надеюсь, вам тоже. Значит, костюм. Вот так издалека вроде все неплохо, помимо того, что брюки на меня длинноваты, и жакет тоже мог бы быть, ну, хотя бы на 1,5 сантиметра короче. Вы смотрите, как опять же сбоку сшито. Что-то тянет, наверное, подкладка, какой-то брак. Не знаю, меня это не устраивает. Это невозможно отпарить, это именно что-то со швом. Брюки мнутся катастрофически. Я их отпаривала, мерила это, и потом снова сложила в коробку. Вспомнила, что не показывала, может, вам понравится идея этого наряда. Я еще попробую заказать такой же жакет в том же размере. У меня и брюки, и жакет в размере XS. Но вы видите, что это оверсайз, поэтому как бы сидит все не слишком в обтяжку, но и не очень свободно. То есть есть запас, но не прям там километр. А вот эта штучка, это у меня обруч. Сейчас покажу вам поближе. Я купила его пару месяцев тому назад. И мне нравится сочетание оранжевого и розового, кто бы мог подумать. Если я встречу этот комплект на скидках, то с удовольствием попробую приобрести. Возможно, там шов будет выполнен получше. Вот эти туфли, они тоже из Zara, это натуральная кожа. Спереди закрытый носик, а сзади вот так сделана пяточка. Они потянутся, я боюсь, что вот эта шлейка будет сзади спадать. 38 размер, 37, я боюсь, что они мне будут малы. Интересные туфельки, но так как костюм я не оставляю, наверное, тоже туфли поедут обратно. Мы с мамой были в Сковине, в местном магазине, где продается не брендовая одежда. Мне кажется, что туда привозят ее из оптового рынка или оптовых складов, из Woody. Я могу ошибаться, и вот там я нашла обруч по-моему, это ручная работа, потому что я не представляю, как машинка может пришить вот так бисер. И я подумала, что на лето это отличный оригинальный аксессуар, который не встретишь нигде в масс-маркете. Мне он очень понравился, и даже с однотонными вещами может смотреться очень выигрышно. И, конечно, я мечтаю о том, что я найду идеальный комплект или оранжевого, или розового цвета, потому что сочетание для меня необычное, но по-настоящему летнее, сочное, и потом добавляешь какие-то очки в виде кошечек, и можно отправляться в Италию. Мы не собираемся в Италию в отпуск, но все равно лето рано или поздно наступит. Костюм Захара готов, его немного подгоняла по размеру бабушка. К счастью, она швея, и она знает, как это делать. Здесь брюки, жилетка и пиджак. Он, когда нарядился, был настолько взрослым, что я не могла поверить, что это наш ребенок. Еще белая рубашка, классическая, приталенная. Я заказывала ее на Zalandy, но, по-моему, это тоже какой-то польский бренд. Также у нас будет бабочка вот такая и платочек. Для пиджака, девочки, я очень сильно переживаю, особенно сегодня, потому что через пару часов мы едем на исповедь с ребенком. Томак привез торт для Захара на праздник. Достал полку, чтобы он поместился. Кто-то скажет, ну подумаешь, торт как торт, ну красивый. Но его делал не профессионал, точнее делала двоюродная сестра моего Томака. У нее не просто большое сердце, но она еще очень вкусно готовит. Ну, в общем, мастер на все руки и работает в пожарной части. Представляете? Так интересно. И она делала этот торт на протяжении нескольких дней, потому что там отдельно пекутся коржи, начинка, украшения. Я в восторге. Серьезно вам говорю, что даже если бы я хотела, у меня бы так не получилось. И он еще точно вкусный. Мы проверяли. У нее вкуснейшие торты. Вау! Вот эта декорация продавалась отдельно. Да, это понятно. И она еще организовала коробку. Здесь окрашенные рафаэлки, всякие шарики. Интересно, они съедобные или нет? Нужно спросить у Кинги. Я в шоке. В приятном шоке. Цветы не съедобные, но, боже мой, какая красота. Она даже коробку для него где-то заказала. Представляете? Золотой человек. Ко мне приехала посылка от бренда Hean. Это польская марка. У меня очень много любимцев от них. Это и матовые помады, и палетки для контуринга, и пудра мне нравится под глаза. Вы неоднократно могли их видеть в моих фаворитах года, в каких-то подборках. И когда я увидела их новинки, я не смогла устоять. Я не ошиблась, потому что сегодня я уже кое-что попробовала, и они восхитительные. Коробка нюдовая и не просто так. Здесь целая коллекция, даже две помад. Я пока что успела протестировать вот эти жидкие матовые помады. Они так и называются Soft Nude. И мне кажется, что каждый может подобрать себе идеальный оттенок нюда. Я сегодня пользовалась 65-м, где он есть. Он и не слишком светлый, но и не слишком темный. Есть оттенки и посветлее, и потемнее, с коралловым подтоном. Я думаю, что они обязательно появятся в подборке на лето, которую я планирую снимать уже на следующей неделе. Вот видите, прям такой бежевый нюд, но опять же не в цвете корректора. Вот этот тоже обалденный. В моем стиле я бы так его назвала. Я пока что не все успела опробовать на себе, но я думаю, что если я каждый день буду красить одну из них, то спустя 8 дней уж точно определюсь с фаворитами. Вот еще одна коллекция помад. Здесь такая необычная крутая упаковка. Это выглядит супер стильно, и плюс здесь зеркало, что еще и очень удобно. Нужно снять такую пленочку из зеркала защитную, чтобы потом оно хорошо все отображало. И нажимаешь вот здесь. В жизни этот цвет светлее, чем-то похож на предыдущий, и разница между ними со всеми номерками, со сводчами будет в летней косметичке. Это 47-й. Настоящее богатство. 2 модных хайлайтера, пудра и палетки, на которые я сразу положила глаз, и я не прогадала. Hean умеют и знают, как сделать правильное средство для подчеркивания скульптуры лица. На самом деле оттенок не рыжий. Может, камера чуть-чуть обманывает, он такой для контурирования и бронзирования, и даже для светленьких девочек, таких как я. У меня совершенно не загорелая кожа сейчас, и у этого бронзера-скульптора есть еще и легкий перелив на коже, но он сатиновый, без блесток. Нежнейшие румяна. Я красилась и балдела, я вам честно говорю. После длительного перерыва от макияжа я не могла закончить этот процесс. Каждый раз такое удовольствие, еще и когда средства удачные и хайлайтер. Это палетка Day Glow, а есть еще и более персиковая под названием Sun Glow. И, кстати, эту палетку Day Glow я сегодня использовала еще и в качестве теней, и она отменно сработала. Хайлайтеры, упаковку я тоже не могу не похвалить, девочки, это не реклама. Я действительно хотела попробовать эти средства, и они меня не разочаровали. И никто не платил за то, что я сейчас говорю. Посмотрите, они как масло. Вау! Даже на тело можно использовать. Вот эта помада в номере 605. Я сегодня целый день гоняю с макияжем, и все хорошо держится. Только знаете, что я наносила румяна и бронзер на базу по тени от Etude House. Для меня это беспроигрышный вариант, она отлично держит тени, но она не пересушивает веки, поэтому я ее уже несколько раз заказывала на iHerb. И из новинок еще у меня появился BB-крем от бренда Pupa в розовой упаковке. Я люблю классический, я показывала его в прошлом году, но я отдала светлый оттенок, и сейчас номер 2 мне слишком темный. А девочки еще тогда писали, что антивозрастная версия в розовой упаковке тоже хороша. Она дает легкое покрытие, увлажнение, не подчеркивает поры, не заваливается в какие-то морщинки, но сияющий финиш. Лично я такое обожаю, я даже сегодня не припудривалась и не могу нарадоваться тому, как красиво это выглядит на лице. Это что касается макияжа. В начале влога я вам говорила, что был день защиты детей. Это какой-то капец. Мальчики у нас огонь. Они приехали домой, переоделись, и мы уже собирались куда-то ехать, но они начали играть в футбол, что-то там толкались, Игнат падает и очень сильно ударяется головой об землю. Он прибегает, мама, мне плохо, я его начала обнимать и вижу, что он теряет сознание. Это, вы знаете, несколько секунд, голова падает, и он отключается. У меня не то, что сердце ушло в пятки, оно у меня чуть не выскочило вообще из груди. И ты вроде как знаешь, как реагировать, что делать, когда у человека сотрясение мозга или подозрение на это, но вот мне нужно там 3 секунды для того, чтобы перестать паниковать и что-то сообразить. Я позвонила на скорую спасателям, мне все объяснили. Короче, мы весь вечер провели дома, наблюдались. Спустя час он пришел в себя, сказал, что ничего не болит, голова не кружится, рвоты нет. Проверила зрачки, все дела, все, что нужно, знаете, по пунктам. Потом следующий день мы снова наблюдались дома. И вот так как-то по кругу. Попробую тут что-то запланировать. Но я думаю, что со всеми происшествиями я точно найду еще волосин 100 седых на своей голове. О седине давайте в следующем влоге, вообще о волосах. И, собственно говоря, с детьми, во всяком случае с моими, попробуй что-то запланируй. Все-таки можно. В день первого причастия все было даже лучше, чем мы планировали и ожидали. Торжество проходило в одной из старейших базилик в центре Кракова. Между прочим, это один из моих любимых костелов в самом сердце Кракова. Мне нравится как атмосфера здесь, так и священники. Обычно на первое причастие приходит больше людей, много детей, даже несколько классов, но нам повезло, что в этот день оно было только для учеников нашей школы, для нас и в узком кругу наших родственников и друзей. На первое причастие обязательно приглашают самую близкую семью и крестных родителей, и нам организовали отдельные специальные места для каждого школьника. steal my breath away, yeah. You'll always be my heart, my light. Lest we go, I'll keep running till I can. Это был настолько трогательный и радостный день для всей нашей семьи. Я не знаю, мне даже как-то так легко стало на душе. И я теперь с нетерпением буду ждать первого причастия нашего младшего сына. На этом мы с вами будем заканчивать этот влог. Я надеюсь, что вам с нами сегодня было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И спасибо вам огромное за все поздравления, кто следит за мной в Инстаграме. Мы все прочитали, это очень приятно. Это, правда, важный день в жизни ребенка, католика здесь, в Польше. И большинство детей, которых мы знаем, проходят через вот эту церемонию. Это так красиво, это так трогательно, это так душевно и атмосферно. И я, как мама, так гордилась Захаром. Он так красиво произносил речь, выразительно пел, когда ему подносили микрофон. И они такие взрослые, они так быстро растут. Я не могу в это поверить. Мне казалось, что коммуния — это где-то так далеко, что это не сейчас, это позже. И потом ты смотришь на ребят, на девочек, они все такие большие, они все понимают, они ведут с тобой даже взрослые беседы, они даже уже сами многое могут объяснить, они понимают, зачем они там, что они делают. И, конечно, религия — это такая тема, каждому свое, и кто-то вне, кто-то выбирает другую религию. Я считаю, что это нельзя осуждать, и, может, даже обсуждать это личное решение каждого человека. И я благодарна вам, что вы были с нами в этот важный день в нашей семье. Все, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.